здесь мечеть, историческое здание, и бац, пожалуйста. Тут вам и Гуччи, и Прада. Не, ну мать, слушай, с ногами прямо на диван. Это как-то не секс совсем. Так, давайте пробовать замазюшки. Я тебе не приготовлю дыню. Видали лучше. Друзья мои, всем доброе, солнечное, стамбульское утро. Птичка стрянула на окошко, значит, будут деньги. Ну, либо же нас снова будут кружить. Ой, вчера поднарезали колбаски. Это вид из окна. Я вчера еще ночью стирала футболку. То есть, была еще при памяти. На третьей бутылке вина я перестала их считать. Так, у нас здесь туннель. Я еще не разобралась, что за туннель, потому что мы в него ходили, тут в окрестностях не гуляли. Ворона. Хотя обычно летают чайки, крепость. И вот с этой стороны уже, конечно, жарковато. Ну что, дорогие мои, я вас приглашаю. Дорогие мои, я прямо такая ласковая, нежная. И женихи под окном. А вот, достаточно тихо. Где-то во второй половине дня здесь начинают ездить машины, а так вот тут реально очень тихо. Мы даже не слышали зазыв на намаз утренний. А вот и здесь тоже мужчины сидят. Чего-то все ждут. Кстати, у нас три кафе под домом, поэтому мы сейчас пойдем с Гриффинией на завтрак куда-то. Так, друзья мои, и снова неугомонная Монро врывается в ваше информационное пространство. Дуэт? Кабура. Кабура, да. Кабура. Так аккуратно. Ой, и сейчас пол одиннадцатого. Мы сделали легкие мейкапы. SPF 50. И добро пожаловать в Стамбул. Ой. Смотри, у нас там даже какая-то лавка есть. Апельсины продают. А вот здесь можно чай выпить. Ой, смотри, тут поесть можно. Нет, тут еще есть еда, смотри, рис. Тут прям национальная еда. И тут сядем с тобой чайку попьем. А сколько стоит, интересно? How much? Не, ну виду он так себе, конечно. Hello. Смотри, тут есть овощи, рисик, мяско. Идем посмотрим. Какое милое кафе. Hello. И пахнет так. Вкусного там нету. No kebab. Food. Okay. How much is this? One food, one rice, one drink, total 20 lira. Lentil soup, bean soup. 20 lir? 20 lir. Голодная, что это нормально. Ну, давай, да. В общем, друзья мои, мы решили поесть вот прямо возле наших апартаментов. Домашняя кухня, правильное питание, чтобы подкрепиться. Это будет прием пищи, которого нам хватит на 4 часа, чтобы мы нигде не искали какие-то булочки, перекусы. Прекрасно. Называется Майдан Бюрю. Счастливая графиня и русская речь. Так, это баклажаны с мясом в соусе. Здесь у нас чикен, картошка, перчик положили, а это спаржа. Ну как? На то. Я же говорю, что Дости. Мы не знаем, сколько это стоит, для нас будет сюрприз. Давайте пробовать. Меня бы дорогу перекрыло. Так, начнем с баклажанчика. Ой, вот чаёк нам несут. Thank you. Слушай, еще и сахарок, смотри, в прикусочку. Поехали. Скажи. Реально по-домашнему.
Баклажан жирный. Мы девочки фастфуда сейчас. Скажи, баклажан, вот у меня так бабушка жарила. Знаете, баклажан же, он впитывает много жира. И вот ты постоянно добиваешь, заливаешь. Я бы еще чесночок добавила, но... А он там есть, ну такой вот... еле-еле слышен, да, пикантный. Так, смотрите, спаржа. Пробуем спаржу. Мальчики у нас смотрят, как шоу за стеклом без стекла. Бесплатная губа. Она просто тает во рту. И нету вот этих вот волокон, знаешь? Боже, как это вкусно. Так, ну это я пробовать не буду, это понятно. Давайте чайку выпьем, мои друзья. Пудачок себе выпили. Кипяток. Детская жизнь такая местная. Да. Класс. Самое интересное, это самый центр. Вот там вот Султан Ахмед площадь. Так, друзья мои, весь банкет нам обошелся в 40 лир. Мы 10 оставили на чай умышленно. Чтобы завтра прийти. Нам булочку угости. Hello. No. Как всегда. Упс. Если мы улыбнулись, но у нас на стиле бы. А что это такое? А, это режимный объект, туда нельзя. И сейчас мы направляемся на главную торговую улицу. Спасибо. И стекляли. Снова наш любимый квартальчик с коврами, мальчики. Порция комплиментов. Я бы тут каждое утро бегала только ради комплиментов. Интересно, когда бы они устали говорить? А вот. Это какая-то стена, какие-то ворота. Тут и кальян можно купить, смотрите. Ну это же туристическая улица. Халатик тебе не нужен, смотри. Ой, музыканты уже играют. Вот, знаешь, я бы вот приехала еще до 100 минут. Подожди. Через год будет все. Мы же поедем делать себе новые лица на тусик. Да, сказали, что в комплексе. Все. Нужно сразу и сиськи, и жопу откачать. Расскажи всем. Одно тоже... известное блогерша откачали 10 литров жира. Имен не называем. Да, на этим стало известно. Так вот. Наркоз же дают общий. Поэтому уже надо дать все. Оно же потом все одновременно будет трудно заживать. Да, он болит. Не будет же живого места. Поэтому мы 300 раз подумаем. Ресторанчик. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что мы так красивые. И тогда мои деньги вместо пластики потратим на ремонт балкона. Так, есть указатели. Топкапы. Султан Ахмед, Айя София, 5 минут, все понятно, короче, идемте. Мы просто свернули на другой маршрут. Здесь какая-то... А, вот туризм, кстати. А, это такси, тут можно заказать. А, это дворец закрыт, это дворец Топкапы. Все. Вот. Сейчас там проходит выставка бриллиантов, самых больших. В Топкапы? Там 285 лир в год. Ага. Это 900 гривен. Да запрещено фотографировать. Ну вы же не из тех. Нам же запретный плод сладок. Ну конечно. Ну, поэтому сейчас мы пойдем. Ну на секундочку. Прямо. Лувр. А. Лувр 20 евро стоит. Да не 20, 13. 20 уже. Уже 20 лувр стоит? Актуализируйтесь, да. Да хера. Вот. А вот это вот я приглашаю вас... На пляски турецкие? Ну там внизу вот зала, вот это вот, ну. Ну, мешки продаются сегодня какие модные. Так, идем посмотрим, что там закрыто. Это же самое интересное, на тусь. А они живы? Конечно, это свидетели нашей долгой дружбы, украино-турецкая. Роксолана, когда сюда приехала, у нее в кармане были семечки мальвы. И она, когда увидела султана, она говорит, боже, какой мужчина! Раскрыла руки, и семечки посыпались на землю, и выросли мальвы. Класс. Сама придумала? Я же экскурсовод, конечно, сама. А я думала, это исторический факт. Пошли фотку сделаем.
Боже, какой красивый отель, посмотри. На тусик идем. Сейчас мне сделаешь тут фото красиво. Oh my god. Ого. Ничего себе. Какое тут красиво. А это визитка, да? Давай возьмем. Thank you. Номер стоит 90 евро, судочки. Very nice, very beautiful place. В этом всем контексте очарован моей красотой. Идем. В Стамбуле достаточно котов. Вот еще я не бегала. По Стамбулу. Нормально буду ходить, как хочу. Сидеть, не, я другой. Сидеть, я думала, еще я не привозила котов из Стамбула. Слушай, они пахнут, эти мальвы? Очень. Нет, мальвы нет. Не пахнут? Мальвы нет. Не, не пахнут. Пахнут вот эти. Феодосии такие были. Да. Ну, Феодосии, это же вообще... Мастик, мы вообще не собирались в этот музей, в дворец. Собирались, но пришли, и было закрыто. 280 лир, это в своем уме? Собирали. Я куплю себе бустики. Но пришли, и было закрыто. Тоже правильно. Да, мы пришли, и было закрыто. Как-то пахнет здесь жизнью. Финиковое дерево, инжир. А, вот же оно! И очень ароматный лист. Если вы не смотрели наши влоги из Португалии, обязательно посмотрите. Кстати, в одном из последних, по-моему, мы сорвали, помнишь, с тобой лист? И да. На следующий день, получается, ушли. Вазочку поставили. Да, ушли на целый день. И приходим, и такой аромат инжира. Слушай, Наталья, у тебя что, духи с инжиром? Оказывается, да, лист такой ароматный. Вот если вы любите инжирные ароматы, конечно же... Ой, боже, ты уйди от меня! Ну, ничего себе маленький. Наш размером с Лену Филонову. Ой, это был шейминг. О май гад, Леночка, прости. Слушайте, ну как классно, когда основные достопримечательности не работают. Но можно походить рядом, представить величие империи этого Серебряного века. Я не знаю, я ж не смотрела, я его не интересовалась, почитать надо. Ну, по-моему, да, они снимали в дворце снимали, по-моему. В Топкапы? Ну да, он же в Топкапы жил. Он же для себя его построил, султан Ахмед. Ой, султан великолепный, да? Правильно? Как его, Ахмед звали? Я не знаю. В смысле, ты же смотрела фильм? Я не смотрела, я знаю только Симбюляхам и Фримар. Сулейман, извините, вот. Вот, пожалуйста. History Area of Istanbul. Султан Ахмед, Айя София, Топкапы Палас, Conversation Area. Вот так вот он выглядит. Называется золотой треугольник вроде. Получается Топкапы, а тем дальше идет какой-то музей археологический. Маленькая Айя София, Большая София, затем Хюрем Султан Хамам Бани. И вот финалочка Султан Ахмед Мечеть. Сегодня какой-то праздник в Турции. Мы не знаем. Ага. Ой! Что это, листик и бычок? Ну, отлично. Давай я тебе сфоткаю вот тут. Смотри, вот ты пришел к воротам, никого нету. Ковыренчик. Дождь капает, ты сел и ждешь, ты идущий на... Логично. Мы рады гостям, которых мы звали, не дождались, потому что спасибо. А, это минарет. Все, я поняла. Минарет — это вот эта вот высокая башенка. Ой, а что это за фрукты? Натусь, наверное, срывать нельзя? Хотя я такая, что попробовала бы. Кислые такие, да, по-моему? Типа они, да, абрикосы снутри с такими этими штуками. Противный вкус. Привет! А, какие хорошенькие! И у них стоит кормушечка. Молоденькие, кстати. Хорошулечки такие дикие. Красивый кот на лапках высоких, еще молоденький. Curio Collection by Hilton. Ага. Они такие сделали апартаменты.
Ты чего, Наталочка? Не, ну археологически, на самом деле, из всех самых. Лопать разговорях украинцев. Так приемно чувствую. Дома, так а я сидела там на пачке цигарок, бы, допустим, что парень открывает. Так, это... Я же... Парфюмерка. Ой, да, пахнет. Белые цветы. Ну, белые цветы, но они же есть. А может, это фрезия? Ну, фрезия по-другому были. Та, которую мы привыкли покупать в переходах. Ту, которую дарили нам когда-то. Честно говоря, не знаю, как выглядит фрезия. Вот такая вот на палочке. А, и там такие... Желтенькие, угу, малиновые, все, да, фиолетовые. А это... И они пахнут более свежее, так как бы с цитринкой чуть-чуть. Так, друзья мои, напишите в комментариях, что это за растение, ингредиент, цветок. Ингредиент парфюмерии. Да. Потому что аромат медово. Ну, такой сладкий, конечно, белоцветочный, такой вот характерный. Вот характерный, тяжелый, вот он есть, когда вот я... Густой. Ну, я эту ноту не могу, например, когда я чувствую, то мне сразу, ну, тумачка, ну, блин, когда прохладнее. Пахнет она чуть-чуть белой лилией, вот как. Да, но лилия более приторная. Ну, потому что она у тебя в квартире. Согласна. А это разошелся. Ой, так, а что вниз? Надо посмотреть, что у нас внизу. Здесь какой-то валютный райончик. Потому что все чисто, моют, убирают. Фонтанчики. Что это? А, это ресторан. Дальше идут какие-то лавочки-магазинчики. А, и снова вход в топ-капы. Все ясно. Как миленько. Давай твоим крестникам привезем по колокольчику. Я представила. Я привезла подарки. Лицо Лиды. Ой, это был шейминг, да? Мамский шейминг. Мамский шейминг. Тут даже туалет есть. Да, Бай-Баян. Бесплатный? Бай-Баян называется. Че, турки делали предложение, ты отказала жестко, безапелляционно, и сказала, а ведь паспорт Европейский Союз. Understand me? Да, это как красота. Такая лестница. Меня все поняли, кстати. Боже, сколько пахлавы. Она настоящая? Конечно. Они все это съедают? Конечно. Ты думаешь? Конечно. Ого. Это мы еще не дошли до этой вот центральной улицы Истекляль, где тоже огромное количество магазинов. И вроде там есть сетевые бренды. Хотим шмоточек подкупить, но здесь все рассчитано, наверное, на туристов. Потому что такое количество. Ой, ароматы вон продают, смотри, нишевые. Пошли набрызгаемся. Хочешь? Идем? Пошли. Что-то нанесем. Кукун за докунун. Ну что, наша любимая тема. Завлекушки. Здравствуйте. Агентство. Я когда выбирала отель на букинге, я, наверное, перелопатила вариантов 40. Я искала на тусик, я искала, чтобы было тихо, потому что очень многие писали, что шумно. И вот отель, у тебя окна будут выходить прямо на трамвай. А трамвай ходит каждые 2 минуты. Кто-то уже съел. На тусик. Кицу. Ну, везде ассортимент одинаковый. Что ты хочешь? Так идем там, выйдем, слышишь? Там, по-моему, метро, и мы купим Истанбул-карты, если что. Ну, какая-то большая станция, смотри. Потому что там очень шумно, например, голова болит. Ой, какие красивые штучки. Тут и мечеть можно помолиться. Да, ты мечеть или что? Ой, лесенка какая облезла.
Ну, супец, 10 лир. Чечевичный, самый популярный. А, это вот этот вот вокзал Мармарай. Вот здесь танцы устраивают? Идем посмотрим. Все, я поняла, где мы. И получается, есть туннель же Мармарай, который соединяет Азию с Европой. Вот тут построили его совсем недавно. Ой, что это, весы? Одна лира. Не, ну я не буду становиться, я расстрою. Натусик, это что-то другое. Это тут массаж тебе сделают, стоп. Видишь, точки написаны. Ты будешь массажировать, нужно босыми ногами становиться. А, нет, они, наверное, какими-то микротоками, не массажирование, потому что их массажируют. Оно какими-то микротоками, типа, тебя там простимулируют всякие вот твои, как внутренние органы, часть стопы, как суджок-терапия, что отвечает за какой... орган. Геморрой. Вот, чтобы не было геморроя, вот надо пяточку натаптывать. Вот анус вот здесь прорабатывается. Давай сфоткаем, будем сами себя мять. Так. Токами? В смысле, пальцами. Так, друзья мои, если вы хотите посмотреть на национальные турецкие танцы, вот эти вот кружения, то на вокзале Мармара есть... Вот ссылочка! Не, ну есть... как его? Есть... Приходите по ссылке. Есть ивент холл, где, в общем, ребята танцуют. Стоит 300 лир? 300 лир это 30 евро. 100 лир стоит. А, 100 лир стоит. О, недорого. 300 гривен, ну 350. Ну, да, ну, это представление, как театр. Так, а это здание старого вокзала. Оно с этой стороны, я так понимаю. А это вход сделали новый. Ага. И, кстати, в здании вокзала есть Tourist Information. Не знаю, работает, давайте посмотрим. Закрыто. Власти Стамбула предполагают, что турист подготовленный. Так, здание 1888 года. Вот же оно. Боже, что я такое бросил? Я же перепугалась. Здание находится на реставрации. Да-да-да. А красивое. Боже, как у них хватает вот терпения, настойчивости. Целый день по жаре ходить и предлагать вещи, которые ну, не нужны. Которые есть уже у всех. Как у вас хватает терпения, настойчивости вести блог? Мастик, это искусство. Это каждому свое тоже искусство. Медитация, у него уже зарабатывает деньги. Как хватает терпения и настойчивости каждое утро идти в холодный офис, пить чай, видеть этих и тех же людей, улыбаться скупой улыбкой и понимать, что так мы в Стамбуле. Все. Ну, каждый, у каждого это своя это. Жизнь. Ну, как это... Это его выбор, причем. Ну, согласна, но я просто задумалась, какая у него мотивация, чем он руководствовался. Это гибкий график, свободы, сам себе хозяин, красивый себе, ну, знаю. Ну, сколько он может заработать на этих трех чехлах? Ровно столько, сколько может потратить сил, чтобы никому не отчитываться и не рассказывать. Нормально все. Выбор, личное дело каждого. Сейчас он так работает, ночью он может еще что-то делать. Я снюсь обязательно. Согласна. Духи не нужны? No, no, thank you. Where are you from? Sorry? From Ukraine. Знаешь, мы как чёрный маркет, да? Есть чёрный маркет. Да? Нет дорого. Нет дорого. No, no, thank you, no. You know how much? Black market. Black no, market. No, thank you, bye. До свидания. Ага. Натусь, идём, перейдём нам сюда. 100 евро. Духи Шанель на солнце. Почему все идут на красный? А, уже зеленый. Я же перепугалась. Смотри. Мир сошел с ума. Все пошли на красный, как я перепугалась. Так, прибываем. Кораблики. Паром, вот машины везут, смотри. Да, мы тоже на нем будем ехать. Ой, мы в Керчи когда-то ездили. Мы ездили из Российска, да, по-моему? Как этот город назывался? В Керчи. Да, да. На пароме, да, тоже с машинами, с конями. Ой, смотри, как.
банкоматы. Кукурузку продают. Нам нужно понять, слушай, где купить эту Стамбул-карту. А, вот тут вот, да? Мадемуазель, что происходит? Шелковица. Боже, ну что он орёт так? Что это? Кричит-то. Ой, какая она сладкая, правда? Да. Спасибо. Хочешь сейчас? Да, я дам. Книжный магазин. Надо же. Красивый такой. Hello, excuse me, what's for sir? Yes, welcome to Miami. Майами пригласил. Yes. Это Майами! Оу! Натусик, наконец-то мы в Майами. Так, друзья, мы шел третий час прогулки, и мы попали на строительный рынок. Рынок юность. Большое спасибо этому медицинскому заведению. Так, моя дорогая, история возмутительная.